Всем привет! Продолжаем смотреть картины. Лоис Корин. Три грации. 1904 год. Холст масла. 164 на 150. Лоис Коринт, влиятельный представитель немецкого импрессионизма. Творчество живописца развивалось в русле синтеза импрессионистической манеры экспрессионизма. С 1891 году он принадлежал к мюнхенскому кругу художников, среди которых был Франц фон Штук и Фриц фон Уде. С этого времени он унаследовал сдержанную палитру теплых оттенков. Важную часть творческого наследия автора составляет картина на темы античной мифологии. В музее Мюнхена представлена работа из классического цикла Корин. Он взял традиционный сюжет о трех грациях, которые обычно изображались прекрасными обнаженными молодыми девушками. Эта тема дала художнику возможность изобразить тонкие, почти невесомые прозрачные одеяния грации. Фигуры, написанные мастером, очень фактурно и осязаемо. Виртуозная техника и колористическое чутье позволило Коринту стать одним из самых популярных немецких художников 20 века. В 1901 году он открыл собственную школу, которая пользовалась заслуженным успехом. Вот такая работа Коринта «Три грации». Все, всем пока, всем привет, до свидания. Посмотрели на картину. Всего хорошего.